Всем привет! Сегодня у нас на канале будем разобрать микрочипы. Я слышал, что там у них находится золото. Давайте вместе проверим, есть там золото или нет. Микрочип, как видите, уже дымит, скрипит. Посмотрим, что получится в результате. Вот уже вы видите, что получилось после обжига. Я там золото не вижу, хотя там может содержаться некоторое количество золота. Но главное, что узнали, что находится внутри микрочипа. Мне лично было интересно, что там внутри находится. Вы тоже пишите в комментариях, что разобрать, что показать внутри. Также подписываемся, чтобы не пропустить новые ролики. Вот давайте перевернем и смотрим с другой стороны там. Короче, в микрочипах ничего интересного, думаю, нету. В следующем ролике будем разобрать старенький фотоаппарат, так что подписка и лайк.